Мне 31 год и 31 тысяча подписчиков у меня. Несмотря на то, что 31 тысяча подписчиков, у меня есть существенные проблемы. Мне не дают бабы, мне не дают девушки, мне никто не дает. Мне не дают женщины последние 5 лет. Секс у меня был последний раз 5 лет назад. Мне не дают ни толстые, ни худые, никакие. И мне приходится все это время дрочить из-за того, что мне женщины не дают. Почему это все происходит? Я расскажу вам кратко. В 2017 году меня опрокинуло 24 девушки. Что значит опрокинули? Я с ними договаривался на свидание, знакомился в различных местах, по интернету, вживую. Но они на свидание не приходили. Я приходил на свидание, их не было. 24 раза, 2 раза в месяц так случалось. В этом году 7 девушек меня прокинуло в 2019 году. Но это еще полбеды. Вы мне скажете, сними проститутку. Ну ее я не могу снять, потому что даже проститутки мне не дают за деньги. Пробовал, когда их снимать, то одна просит доплату сразу тут же. Другая начинает командовать. Третья говорит, я не товар. Четвертая отказывается выполнять мои прихоти, те, которые я хочу. А я люблю по-разному, и они не дают, и с ними не получается у меня. Ни за деньги, ни за бесплатно. Ни с толстыми, ни с худыми. 31 год, 5 лет назад был последний раз секс, в 26 лет. То есть я практически уже одевственел. На сайтах знакомств мне никто не отвечает. Я там пишу всем, всем напишу, никто не отвечает ничего. Либо одним словом ответит, какие бы фотографии я ни ставил, мне никто на сайтах знакомств не отвечает. На улицах меня все посылают, никто не хочет со мной разговаривать. Пробовал знакомиться через знакомых, но и тоже ничего не выходит. Через знакомых те девушки, с которыми я общался, они говорят, я много вру слишком. Ладно, я пробовал потом по-другому. Я думаю, исправить нужно свои ошибки. Нужно по-честному сказать, что я нигде не работаю. Но как только я говорю девушке, что я нигде не работаю, или девушкам, они сразу разбегаются по сторонам и убегают сразу. Если мы сидим где-то в кафе, спрашивают у меня, где ты работаешь? Я говорю, что я нигде не работаю. Вот правду говорю. Убегают сразу прям. Врум, говорят, врум. Не так, не так. Плохо и так, и эдак. Я не могу быть честным, я не могу быть лживым. Не получается, не так и не эдак. В общем, пацаны, ну и девчонки, такая у меня ситуация. Напишите в комментариях, что делать. Мне женщины не дают. 31 год. Не дает ни одна женщина мне. Несмотря на то, что я блогер, несмотря на то, что меня узнают на улицах, но у меня нету секса нормального. Я уже не могу, я уже на эту колонку вот в щель засматриваюсь уже. В общем, мне бабы не дают. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, добавляйтесь в друзья и вступайте в паблик. Ну а я, наверное, опять пойду гуся лапать.